спортивном зале Тверской таможни прошел 10-й и последний этап спартакиады среди команд органов безопасности и охраны правопорядка. Силачи из силовых ведомств поднимали гири. Традиционные соревнования на призы региональной организации спортобщества «Динамо» начались еще в январе и включали лыжные гонки, стрельбу из пистолета Макарова и автомата Калашникова, плавание, мини-футбол, легкоатлетический кросс и другие виды. К последнему виду вышли две команды примерно с одинаковым результатом. Это команда Управления Федеральной службы исполнения наказания и команда Управления Министерства внутренних дел по Тверской области. Их разделяет всего одно очко. Поэтому, кто победит в сегодняшнем виде, тот, в принципе, победит и в общекомандном зачете по итогам всей спартакиады. Обе команды упорно готовились, страсти накалены до предела, но победит сильнейший. Сильнейшими в гиревом спорте оказались представители Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В личном зачете первенствовал Алексей Воронин. Второе и третье места заняли Владимир Лапенко и Юрий Самусенко. Второе командное место в гирях заняли судебные приставы, бронзовый сотрудник в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Победителем же спартакиады стала команда УФСИН, опередившая команду УМВД. Всего в соревнованиях участвовали сотрудники 8 силовых ведомств.